Всі ми любимо гумор. Прекрасно, що в Україні міжнародна платформа для талановитих артистів. Молдаванський Челентано, кращий актор Ліги сміху третього сезону, знайшов час дати інтерв'ю. А також ми покажемо підготовку молодої амбіційної команди до нового сезону. Поїхали! Молдаванський Челентано, Казанова Лавілас. Сьома ранку ми приїхали до аеропорту Бориспіль зустрічати Стояновку, яка повертається з юмористичного фестивалю. Сьогодні ж вони від'їжджають до Молдови, тому в нас надзвичайно мало часу і наше інтерв'ю ми розпочнемо з авто. А скажи, будь ласка, ви тільки що з команди прилетіли з Баку, що там взагалі відбувалося? Ну в Баку просто аеропорт. А потом мы поехали на курорт такой Габала. Очень классный курорт, все красиво, отель. Я такие условия в жизни не видел, конечно. Полотенца менялись. Короче, как полагается. Вода горячая. Дима, помню, первый день приехали, и он вышел из ванны такой и кричит: «Горячая вода!» Это фестиваль, который организовывает выезды. Вот 95-й квартал организовывает. Было в Греции, в Турции, сейчас в Габале. Ну, грубо говоря, приезжают, там с Киева все приезжают, ну, я имею в виду с Украины, Беларуси и так далее. Приезжают все, отдыхают, естественно, там платят какие-то деньги за мероприятия, там все, там Василий Верастюк проводит какие-то спортивные мероприятия, на горе девочки что-то танцуют, там глинтвейн где-то пьют, где-то ярмарка, где-то что-то, вечером выступление фокусников, там выступление Лиги Смеха, следующий день выступление еще каких-то музыкантов, вот сегодня, по-моему, Диана Арбень. А скажи, а от помінялося взагалі от ваше життя після Ліги сміху, після чемпіонства? Ну, якщо типу так со сторони смотреть, то ні, вообще. А если там чисто в голове, то очень-очень сильно. Ну, переживаем то, что дальше делать. Вроде бы чемпіонство, что дальше? Что? Чемпіонство є, а що з ним робити, да? Да, що з ним робити? Это нічого не значить вообще. Ми поняли, надо ще что-то уметь, надо ще учиться. А є взагалі якісь зараз пропозиції участвувати в якихось мероприятиях чи в телевізійних проєктах? Ми підемо в Лігу сміху опять. Знову? Да, конечно. А чемпіони можуть йти? Може. Ну, типа, нас не факт, що візьмуть, вот це другой вопрос. Ліга сміху, вона молодежний формат, і там, типа, завжди нове. А ви плануєте якусь концепцію команди змінювати? Ні, ну концепцію, ну що, ми будемо врати, що ли? Ми такі, типа, ми будемо, може бути, теми шуток поміняються, знаєш, буде... Ну, раньше мы просто шутили, вот мы в Стояновке, у нас там задница и так далее. А сейчас мы будем говорить, что вот мы сейчас в Киеве увидели Инстаграм. Ой, Ваня, раньше там свиньям чистил, а теперь Инстаграм подписывается. А взагалі почали вас узнавать на улице? Да, это да. В Молдове, в Киеве? В Украине, я бы даже сказал. Я со своими коллегами ж на четвертый сезон вы решили виставити, підтримати київську команду. Зараз вони готуються. Але в неї поки ще немає назви, команда поки не в повному складі. Ходімо, познайомимося з хлопцями. Хлопці, що в нас з назвою команди? Є одне робоче названня. Такое. Із города. Я влюблен в китайский автопром. Я влюблен в китайский автопром. У меня крутая машина, черри, черри, амулет. На другой денег нет. В ней очень много кнопок, и это плюс. Но какая, а чего я не разберусь. Я начал нажимать и все подряд. Что случилось в тот момент? Сломал коробку автомат. Здесь есть климат-контроль и АБС. Здесь есть кожаный салон и подогрев задних мест. Электропнема, гидроусиленный руль. Что есть в той машине? И набор кастрюль.
Когда со мной едет девушка, она делает вид, что это не она рядом со мною сидит. Когда меня в ней видят мои друзья, что ты делаешь? Я делаю вид, что это не я. Она за 6 секунд набирает 100, а потом через 2 попадает в СТО. Она практически не едет, и в этом плюс. Так а в чем плюс? Я никогда не разобьюсь. Черри амулет. Мне захотелось заказать виски под эту песню. А сам пьешь? Там для поддержания творчества, чем просто чтобы отдохнуть. Пью ли я? Кроме чая ты имеешь в виду, да? Ну, да. Мы, ну, в команде, типа, мы не очень пьем. Как не очень? Вообще не пьем перед играми. У нас 2 недели подготовка, там никто... Ну, сухой закон, прям строго все. После игры можешь делать все, что хочешь, но мы после игры точно не пьем, потому что после игры ты убитый. Выпивать можно, на, знаешь, на каких-то фестивалях. Но если ты имеешь в виду, типа, выпивать про допинг, типа, выходим ли мы на сцену без этого, то да, наоборот. В этом-то и прикол. Двигатель вот этого всего — это страх. Вот, вот когда есть животный страх, когда ты чего-то боишься, оно всегда тебя... Вот импровиз такой был у нас всегда. Мы всегда боялись слететь, всегда боялись там проиграть. Всегда что-то вот что-то боялись, боялись, боялись. И вот этот страх нас как-то... Откуда приехал сам? Киевская область, Скверский район, село Шамраевка. Приехал в 2007 году в Киев. Батько... Учиться, да, студентом? Да, батько привіз. Каже, щоб мені за тебе стидно не було, щоб я сюди не вертався. Почав двигатися, нікого взагалі не знав. Новорічні свята, як святкував? Вдома, з батьками, сім'єю? Да, дома. Я думал, что буду работать. А, точно, у меня же есть отличная история. Подождите. Мы поехали в Стояновку праздновать Новый год. У нас были планы коледовать. Мы хотели. Мы каждый год поздравляем всех. У нас традиция, типа, поздравлять всех. По домам ходим просто с гитарой, что-то поем. Эй-эй. Мы всех знаем, все родственники там. Мне написали 2 девочки из Ивано-Франковска. Мы едем к тебе домой. Стояновку. Ну что-то в этом роде, типа. И я сказал, они написали месяц назад, я сказал, я буду на корпоративах, что-то буду работать. Не знаю точно. А потом они написали, типа, все, мы едем, будешь в Стояновке. Я говорю, да, вроде буду. И они автостопом добрались до Стояновки. Представляешь? Без денег. Ну не то, чтобы, типа, я говорю, что я им давал деньги так, или что-то такое. Я имею в виду, они... Это такое движение, знаешь, автостоперы, которые... Без денег. Им в кайф, им в кайф, да, да. Они вот так сидят на трассе. И не останавливают. И вот, они доехали до Бельц, есть город на севере Молдовы, потом до Кишинева, потом спутались, не туда поехали, потом обратно. А там уже 4 часа, ну, день был, день, 18:00 где-то. И они мне звонят, вот мы в Ханчештах, так далее, так далее. Приехали, я говорю, мам, так и так, нам сейчас 2 девочки приедут, я вообще их не знаю, первый раз увижу. И она, ха-ха, да, вот, типа, очень смешно. И вот они приехали, я говорю, помогайте, там, маме бутерброды, что-нибудь такое. Класс. Вот. Непредсказуемый Новый год. Это такое, да, да, да. Это непредсказуемо очень было. На девчонке было стоящее ваше внимание. Это между красивой или нет? Чи взагалі вас запрошують на корпоративи? Якщо запрошують, чи були якісь цікаві? У нас було, були проблеми з документами. Ми не могли в'їхати в Україну. Ми ж много, ну я лично, у мене лично були проблеми. Я очень много ездил сюда, на Украину, и у вас есть закон. За последние полгода не больше 90 дней. В общем, меня остановили, мне поставили штраф, и у меня был не въездной в Украину, там что-то, сколько-то. И у нас сейчас теперь, типа, есть прописка одесская. На год, культурная прописка. Представляешь? И, короче, мы с ней уже можем кататься. Одесса вас приняла. Да, да, да. Мы прописаны, мы одесситы теперь. И тогда же нас, когда мы делали эти документы, нас пригласили на корпоратив. Вот Анатолий Игоревич, он сказал, типа, пригласил как сюрприз, мы были для губернатора. И мы не знали, куда ехать, мы пошли в какой-то парк резиденс, сказали сюрприз. Они говорят, ну сюрприз, никто же не должен об этом знать, а сюрприз. Выступили, всем понравилось, поаплодировали, все, ушли, уже кушали, нам звонят, типа, вы где? Слава позвонила, вы где? Ну, вы же не выступили. Вот, и мы быстро в машину садимся и едем в 10 часов ночи, пока, ну, еще не разошлись. Они в это время, Анатолий Игоревич рассказывал всем историю, как молдаване выступили не там. Все смеялись, веселились, да. А вот ваша команда давно была сформована? 4 года назад, можно сказать. Но она постоянно, там что-то менялось, состав один кто-то уезжал. Я и Ваня полненький, вот мы всегда были. Костяком команды? Ну да, просто всегда были.
февраль 2012, не помню точно, да, 20 с чем-то. У нас был фестиваль в Кишиневе. Ну, это первый фестиваль, мы выиграли две команды, и сейчас чемпионство тоже две команды. Нас это преследует. А це про чемпіонство дві команди. Вам було не обідно, що правила були одні, а потім аплодисментами вивели ще одну команду переможцем? Ну да, на игре что-то как-то, не знаю, как-то все затуманено было. А потом на эфире посмотрел, как-то да, обидно было. Не очень. Не то чтобы хотелось чемпионства, но. Да и никто в этом не виноват, то, что так получилось. Типа. Просто сама ситуация неприкольная для нас лично. Каждая история нас закаляет. Да. А как взагалі до выступа готовитесь? Как придумать эти номер шарманкой? Я надел бабочку, потому что мы музыканты. А единственный музыкальный инструмент, на котором мы умеем играть, это шарманка. Варя, давай, заводи. Эй, подожди. Во-первых, это типа терпение. Надо понимать точно, что ничего не придет просто так, надо очень много рыться, там надо копать. Мы приходим за две недели, у нас есть какая-то тема, вот у нас есть дано, Стояновка, село, музыка, музыкант. И вот мы берем, что можно сделать, хоп. Желательно что-то музыкальное должно быть, есть линия с ласточкиным, есть текстовые шутки. Текстовые шутки, к примеру, если не попроще, в начале, что-то поинтереснее, в конце, потом расстановка идет, на редактуры ходим, идем к редакторам, они говорят, вот это лучше сюда, вот это уберите, вот это смешно. Советуют, говорят, вот так можно. Ну, вот примерно все так происходит. А вот как с цензурой на Лиге смеху? Багато шуток ваших не попроходило? О, ну конечно, в этом-то и прикол, юморист, наверное. Прикол в том, чтобы написать 1000 несмешных ради одной смешной. Писать значит вырезать. Главное не шутки, они не ценны сами по себе, они ничто. Главное навык. Навык и то, как ты... Написание шуток. Да, навык написания шуток и то, как ты это делаешь, как ты выступаешь. Сейчас хлопцы переглядают наше интервью. Ребята, есть что-то интересное? Здорово! Миниатюра. Близорукий мальчик на дискотеке. А по поводу политики, цензура? Вообще никакой цензуры. Особенно к нам. Мы же не знаем, что про вашу политику. Если это смешно, это оставят 100%. Просто квартал закрыл собой все политические темы, и ребята не очень так... А да. Шутки про Зеленского были такие, что відфільтровувалися? Что казали, не ставить в эфир? Про Володю не можно шутить? Вот были такие шутки, типа, в другую сторону, наоборот. Типа, когда команда напишет шутку про то, что Зеленский красавчик, про то, что вот Зеленский какой крутой, там, а ее уберут. Потому что Зеленский, он, ну... Опять же, сравнение с КВНом, не то чтобы скромно, сравнение с КВНом, вот КВН там барин, да, и все кланяются, да, а здесь Зеленский, он с нами как бы, с нами на сцене, с нами выходит, поддерживает нас перед этим, общается, то есть он с нами полноценно выступает, наш друг. Дуже багато команд дивиться Лігу сміху, які хочуть піти в сезон, які бояться, що б ти їм порадив, з чого почати, боятися, не боятися? Так, ну, начнем с того, что я сам боюсь. Мы сами, типа, хотим сезон и можем, свободно можем, то есть, не попасть. Когда ты идешь в школу, у тебя есть учителя всегда. Ты не, ну, ты не просыпаешься, ты не рождаешься сразу и сам что-то там читаешь и так далее. Ну, прикол в том, чтобы всегда слушаться и чему-то учиться. Ну, я имею в виду в Лиге смеха, по крайней мере, когда начинаешь. Пойдите, посоветуйтесь с редакторами. Ни в коем случае нельзя так, я знаю, у нас странный юмор, мы вот такие себе ребята самобытные. Мы и так интересны, зачем нам кто-то? И есть такая логика, я слышал, не зря говорю. А тебе в особисті повідомлення пишуть про любов? Ну, типа, я тебя люблю, вот такое пишут. Есть пару вариантов. Без предложений. Ну, с предложением. Да, предложения такие нельзя говорить на камеру. Ну, короче, есть там такие, но я не очень на такое отвечаю. Я отвечаю, говорю, спасибо большое, мне очень приятно. Я понимаю, что это какая-то влюбленность в творчество. Мне это нравится. Но в жизни, когда... Сейчас намного приятнее, когда ты встречаешься с кем-то, видишься с девушкой первый раз, которая тебя не знает. Это всегда приятнее. Ты было не жалко своего пиджака легендарного? Антон! Тебе хочу подарить рукава. Правый за то, что ты всегда прав. Левый за то, что это не всегда так.
Надо отдавать. Это закон. Всегда надо отдавать. Золотые слова. Отпускать. Вот так вот. Ну, типа, чем ты больше отдаешь, больше отпускаешь, что-то новое. Ну, конвертация. В этом, вот, шутки. Тоже вернемся к шуткам. То есть ты пишешь, ты должен написать всю херню, то, что у тебя в голове. Пиши, пиши, чтобы она, голова, все плохое или хорошее, что там было, вычистилась из этой головы, и все. И там место для чего-то нового. А про что ты взагалі мрієш? Про бабки-тёлки я уже говорил за кадром. Значит, теперь правду. Ну вот, пока что... Про бабки ты не мрієш? Да, такое. Не на камеру. Мрію не на камеру. Мечта пока что, она такая, знаешь, близкими шагами. Все медленно. Допустим, сейчас там мечтаю попасть в сезон следующий. Дальше я буду мечтать попасть в следующий этап. Вот меня спрашивали, я не мог ответить ребятам на вопрос, но только на этот. Типа, вот, да ты научишься, все, ты будешь классным. Что дальше? Зачем это все? Вот, я не знаю, зачем. Ну, просто. Чтобы попасть вот в Лигу Сміху 4-го сезона, має бути якась своя концепция, має якісь будь індивідуальність. Я ж не думаю, що візьмуть команду просто з хорошими шутками. Має бути якийсь новий формат. Наверное, вони шукають нові формати. Я даже процитирую редактора. Он сейчас тоже был с нами. Он сказал, возьмем очень много новых команд. Вот. Это для меня тоже страшно. А ты один в семье? Нет, трое. У нас три брата. Старший ты? Я самый младший. Средний. Он тоже с нами в команде. Да? Да. А кто? Он из звуки. О, звукач дуже важный. Он звукач, он, но он не, типа не профессиональный звукач, он как брат, кумовство. Вот. Четвертий сезон Ліги Сміху, якщо не проходите. О-о-о, вот так может быть. У нас есть тур, мы уже сделали рекламу по городам Украины. Квартал продакшн. Квартал продакшн и драйв продакшн. А взагалі не планували, щоб десь зробити рекламу на сайтах, що Молдова, стояновка, корпоративи? Ні, ой, я це не люблю. Я люблю багато виступати, но вести ведущі, корпоративи, вот все, где есть деньги, это странно мне пока что. Пока я вот молодой, мне очень это странно и в напряг. Я не люблю использовать вот это. И поэтому в последнее время очень сложно в связи с этим вот чемпионством и так далее. Получается, что я пользуюсь пока этим всем. Ну как пользуюсь? Ну вот так живу, и есть какое-то чемпионство, и все узнают, и все что-то там говорят, а я такой, да, спасибо, да. Вот, ну, странное ощущение, вообще не привык. В Украину не планируете переехать? Переехать навсегда, ну вряд ли. Я люблю... Я не знаю, разрешит ли мне будущая жена, но я очень пока что за такой образ жизни, типа постоянно ехать, отели, вот там съемная хата, домой приехать, о, как классно. Ну вот, типа вот такое. Я бы никогда себе не купил квартиру, потому что спустя месяц она мне разонравится, я захочу жить в другом месте. А вот в Молдавии есть высшая лига КВН? Просто КВН, ну типа, единственное, Лига КВН Молдовы есть. Мы там выиграли, кстати, тоже двойное чемпионство с одной командой, еще нашими друзьями. То есть в Молдавии вам, в принципе, по юмору роста нема? Ну, есть. Там есть телевидение интересное, где мы работали чуть-чуть на молдавском телевидении, делали свое шоу, но, опять же, не получается совмещать. Вот а что за шоу было? Юмористическое. Made in Moldova называлось. Нами тает лед, и-ла-и-ла-и-ла-и-ла, пусть никто нас не найдет, и-ла-и-ла-и-ла-и-ла, между нами тает лед, и-ла-и-ла-и-ла-и-ла. Руки. Пусть никто нас не найдет, и-ла-и-ла-и-ла-и-ла. А между нами тает лед. А совмещать не получается. Кто пишет тексты? Расскажу про мозговой штурм. Вот, это очень простая вещь, которую, ну, все знают, я уверен, даже там на офисных работах везде есть мозговой штурм. Мы, я не уверен, что другие команды так делают, но вот мы делали с листочками, самый детский вот этот штурм. Короче, раздаются всем листочки и пишется
просто говоришь тему. Пишем в номер про электрическую казнь. Вот у нас было вот. Послушай, ты или крути быстрее, или остановись. Ну, щекотно же. Таймер на 10 минут. Мы садимся, пишем. Просто заходы шуток, наблюдение интересное. Что-то вспомнил про электрическую лампочку, кто придумал и так далее. Пишется потом, 10 минут прошло, листочек передается по кругу вот так, каждому. Все, каждый читает, 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 добивает что-то. Или что-то новое говорит. Хоп, опять вот так. И вот так один круг сделается, допустим. Потом один берется, если собирает. И читает, все. Читает, где засмеялись, хоп, записали, хоп, записали, хоп, записали, хоп, записали. Да и я у нас просто, да мы тем кумва. Детине де мине де ной, пентру катуешь. Супьеле мя, оп, эроина, оп, оп, эроина, оп. Эроина мя, а-а-а-а. Эроина, оп, оп, эроина, оп. Эроина мя. Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. У меня почти все есть, достоинство и честь, и только крики «Браво!» знает весь двор. Мой приговор — слуга народа. Та-та-там, та-та-там. Ваня, тобі дякую за це прекрасне інтерв'ю. Ти надзвичайно чиста, щира людина. Такий, як і на сцені, такий в житті. Я тобі дякую. Дякую вашим хлопцям за той юмор, який ви даруєте всім українцям і не тільки. Я тобі дякую. Спасибо большое. Вам удачі на виступленні в Одесі. Якщо вам сподобалося це відео, тут можете підписатися на мій канал. Тут переглянути інші відео. Далі буде.